5 ноября сдавать экзамены на права можно будет только после обучения в автошколе. Самоподготовку планируется запретить. Об этих изменениях в закон о безопасности дорожного движения сегодня пишет российская газета. Документ вводит также новые категории и подкатегории. Теперь права должны иметь водители скутеров, мопедов, квадроциклов и трициклов. Можно будет сдавать экзамен на машине с коробкой-автоматом, но при этом в правах будет стоять соответствующая отметка. Управлять авто с механикой такому водителю будет запрещено. При таком количестве нововведений учить автолюбителей по старым программам уже невозможно, считает ряд экспертов. Но кто будет разрабатывать новые, Минтранс или Минобр, пока не ясно, отмечает российская газета. А МВД тем временем уже разрабатывает регламент по экзаменационной работе. Предполагается, что система будет двухэтапной. Сначала кандидат в водители будет изучать теорию и выполнять упражнения в автошколе, потом сдаст первый экзамен в ГИБДД. И только потом его допустят к учебному вождению по городу.